Еще 2 месяца под домашним арестом проведет и депутат областного совета от партии «Родина» Константин Гринченко. Приморский суд постановил продлить меру пресечения в отношении соратника Игоря Маркова. Все по тому же делу о митинге. Сторона обвинения не предоставила обоснований своей позиции. Тем не менее, суд встал на сторону прокурора. Вот судя по этому представлению, здесь, значит, меня должны уже просто-напросто посадить в тюрьму. Ходатайство про продление срока предупредительного метода, в виде домашнего ареста. Короче говоря, по этому ходатайству я все организовал, я все перекрыл, я всех избил, я всех дергал, оскорбил, призывал, захватывал и так далее и тому подобное.